Ну а в Одессу второй раз приехала фотовыставка «Одесса-Батуми». В рамках программы можно будет увидеть снимки фотографов со всего мира и Украины, а также послушать интересные лекции известных мастеров фотожанра. Подробности об этом смотрите в нашем сюжете. В рамках фестиваля «Одесса-Батуми» фотодни проходят выставки авторов со всего мира. Также до 17 апреля каждый желающий может бесплатно посетить интересные лекции. А главная экспозиция фестиваля называется «Территория слэш-пространство». Она продлится до 30 апреля в Музее современного искусства. Эта фотовыставка объединяет в себе работы 33 авторов из 9 городов Украины. И до воскресенья, до 17 апреля, в целый день в городе происходит такая фототусовка. Приезжают фотографы со всего мира и из Украины. У нас лекторы из Штатов, Польши, Чехии и артисты, которые привезли свои выставки из Грузии, из Южной Кореи и из Турции. И это, собственно, украинская выставка, вот «Территория пространства». Выставка имеет основные эпицентры – территория конфликта, частная территория, территория города и территория перемен. Ця виставка присвячена темі території і простір. І ми хотіли відтворити якусь певну рефлексію, як фотографи бачать взагалі вивчення цієї теми, теми території. Але для нас було більш важливо це не аби це було просто професіонали, а аби просто був цікавий контекст, цікаві зображення, цікаві вивчення. Свои работы представила и группа фотографов «Шила» из Харькова. Их снимки находятся в зоне территории конфликта. Непрофессиональные фотографы хотели поделиться тем, что видели собственными глазами в зоне АТО. Нам важно все, что происходит в Украине. Первый опыт у нас был съемки на Майдане, где мы хотели все увидеть своими глазами. Поехали туда, фотографировали. Вот второй опыт. Решили поехать в зону антитеррористической операции, фотографировать то, что произошло там. В своем фотопроекте Никита Юренев изобразил киевские подъезды и добавил аудиосопровождение, разнообразные звуки, благодаря которым зритель может почувствовать себя в одном из них. Проект, посвященный как бы выносу своей зоны комфорта за пределы своей как бы личной квартиры, либо вот закрытого пространства. Посетить выставки и лекции можно будет в терминале 42, в Музее современного искусства, в гостиной «Хаб», в Одесском кукольном театре и Театре юного зрителя, в городском саду и возле здания Государственного архива. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, 7 канал.